Я уже пришел с магазина, а Оля здесь у нас готовит супец. Он уже поджарочка и вот такая вот выварка. Это выварищица целая, не целая, а не кастрюля. Потому что у нас меньше нету, и поэтому приходится готовить вот такими вот выварками. Вот. Но что самое примечательное? Я искал хинкали, и вот как раз таки я наткнулся на один магазинчик и купил. Там такой супермаркет был. Здесь, я не знаю, сколько по весу, ну где-то, я думаю, примерно чуть меньше килограмма. Тут на этикетке не написано, потому что они продаются поштучно. То есть одна хинкалина стоит 0,23 лари, то есть 23 тетри. Вот. И я тут взял 20 штук. То есть итого у меня вышло 4,8, там 4,8, да? То есть это меньше 2 баксов. Обратите внимание, это где-то 1,6-1,7 доллара. То есть если они будут еще и вкусные, то вообще цены им просто не будет. Но я думаю, что они будут вкусные, потому что не я один там стоял за ними, там людей было много. А там, где много людей, как правило, я знаю, там обычно и самые вкусные продукты вообще. Смотрите-ка вы, я сейчас иду, почти 12 часов ночи, а у них маркет. Там фрукты продают, и пойду-ка зайду еще что-нибудь. 24 на 7. Ассортимент так себе, конечно, но удивляю то, что он есть вообще такой магазинчик. Это спальный район. Буквально в 10 метрах еще один магазин. Тут вообще только одни фрукты и овощи. Я вот не вру, честно, буквально еще 15 метров еще один магазин. И опять фрукты и овощи. И у нас в городе, допустим, в таких районах обычно процветают магазинчики, которые приторговывают алкоголем, ну, то есть бухлишком и сигаретами. Здесь же фрукты, там овощи какие-то. Мне интересно вообще. То есть, ну, чтобы вы понимали, то есть тут настолько здесь много людей, вот, это я иду, это вот центральная улица. Нет, ну вы посмотрите-ка. Тут даже аксессуары к мобильным телефонам продают ночью. Нет, ну я думал, меня уже ничем не удивить. Только что у меня Оля написала купить что-нибудь вкусненького. Я говорю, что винишко? Она улыбается. Но если это вкусненько, то покупай. Вот прям достойно. Тут ночью можно хоть что хочешь купить. Блин, вот я думал только там на первой, второй там береговой линии, там до хотя бы ближе к морю. А тут, пожалуйста, вообще конец Батуми. Ночная жизнь бурлит просто. Рынки овощные, фруктовые. Мне прям очень нравится. Ну что, Оля, идем покажу, что я купил. Ача! Ты знаешь, что еще? Да нет. Ача! Короче, там некому было выбрать. Там женщина продает, и она мне сказала, что у нас все дыни вкусные. Нет, ну пахнет вкусно. Оля сказала, что это 3 литра, это многовато будет, и завтра будет болеть голова. Я говорю, Оля, ты что, подумала, что это за сегодня, что ли, мы выпьем? Что ты врешь? Что ты врешь? Офигеть! А что такого цвета оранжевого? А что смешного я сказал? В общем, вердикт по поводу хинкали. Мы только что съели, распробовали и со сметаной, и без сметаны, по-разному. Они ничем не отличаются, эти, что в магазине мы купили, от тех, что продают в ресторанах. Вот один, да? Один только, ну, либо я что-то неправильно сварила. Когда в кафешках, в ресторанах подают, то, ну, по правилам оттуда вливается сок. Сначала выпиваешь сок, а потом все остальное съедаешь. А здесь не было такого. Только в одной хинкалине у меня был сок. А в остальных... Может быть, где-то тесто было дырявое, или я что-то проколола. В общем, это еще момент уточним. А так, в целом, вот мы сейчас съели каждый по 5 штук, да? Мы наелись. Он даже, Оля, еще один не доел, сейчас я там за ним буду доедать. 5 штуками мы наелись. То есть, условно говоря, если 5 штук где-то бы стоило там меньше доллара, да? Вернее, 10 штук, если купить в магазине, вот на двоих, это меньше доллара. Вот реально, это меньше доллара. И ими можно вот наесться, это вот полный обед. То есть, ну тут вообще реально, это не наши пельмени, которые ты ешь, и они такие, то есть, ну, не особо вкусные, да. То есть хинкали, они вот именно вот мясо, чувствуется зелень, мясо, то есть там все есть. Да. Да?
рекомендую. Приезжайте в магазины, сюда в Грузию, и покупайте хинкали. Ничем не отличаются от ресторанных. Но я почему-то вот сейчас одну съел и понял, что я хочу попробовать со сметаной. А ты вообще как, что скажешь? Ну да, я только со сметаной. Да? Да. Тебе грузин скажет, что как это ты хинкали и со сметаной? Ты что, с ума сошла, что ли? Я просто не очень люблю их. Ну, Оля, просто... калачапури, например. Ну, Оля просто, да, она пельмени не очень любит. Ну да, если что, грузины, да простите у нас, но просто мне хинкали напоминают пельмени. Вот поэтому, ну, я у себя дома их редко ем, только когда очень сильно хочу есть. Ох, стоит ласточка. В общем, взял я с собой дрон, решил поснимать вот такие вот дома. Вот комплексы и заодно стройку, то есть строительные площадки с кранами и так далее. В общем, мне пульт написал, что НФЗ, то есть зона для полетов запрещена. То есть я понимаю, я открыл зону DJI, я понимаю, что там в красной зоне аэропорт, то есть нельзя. Но у меня вопрос, а что и в синей тоже нельзя? В общем, если я не разберусь с этим, напишите в комментариях, кто знает, то есть что, это тут вот большой участок синей зоны, я не смогу теперь дрон поднять, что ли? Решили мы плескануть такую фоточку, вернее, Оля решила, где вот с колечками. И там пара внутри этих пересечения колец. Вот. Оля надела такое платьице. Повернись, тебя люди сейчас будут смеяться. Да. Я просто думала, что на улице холодно после дождя, оказывается, тепло. Можно и в платье выйти. Ну да, мы вышли, было так свежо, я бы даже сказал. Поставил камеру я и пульт. Вот, выставили на 5 секунд. Это только будет наш силуэт. Вот. А потом мы сейчас попадем, как раз будет закат, сфотографируем кольца и потом в фотошопе все это вставим. Сейчас мы тут сидим на берегу моря. Взяли вот такую вот дыньку. Вот такие вот колечки вставили туда. И сейчас будем фотографировать на широкий угол. Вернее, мы уже пофотографировали чуть-чуть. Почему именно на широкий угол? Потому что, чтобы кольца, они не сильно размывались. Если, допустим, взять обыкновенный, то есть камеру стандартную в телефоне, или еще хуже фотоаппарат, то кольца сильно будут размыть. Нам это не нужно, нам надо, чтобы они максимально были видны. Поэтому на широкий угол, вот в данном случае Покафон, да и в принципе любой телефон, у которого есть широкоугольная камера, будет самый оптимальный вариант. Сейчас мы их сфотографировали уже, сейчас еще Оля посмотрит, если все нормально, то все, больше не будем фотографировать. Если нет, то еще перефотографируем и уже на фотошопе, в принципе, мы это все сделаем. Оля и здесь, и тут. До чего техника дошла, да? Ну как, тебе нравится? Check the mic and make sure it sound right, boys. Вопрос остается открытый. Дрон не взлетает, пишет unlocking successful, что-то вот, и в общем не хочет. Я уже пробовал на сайте DJI указывать, что, ну, то есть давать разрешение на полет, мне там 3 дня дают, да, регистрировал дрон, все через телефон, смс, но так ничего с этим и не получилось. Так что будем отъезжать отсюда. Значит, ситуация следующая. Мы сейчас приехали к порту, к морскому. Здесь идет погрузка, несмотря на то, что выходной день. Я еще поднял дрон, тут уже все нормально, зона безопасна. Хотя он как бы предупредил, что рядом аэропорт. Но, в принципе, уже нормально. Вот, я полетал, посмотрел на большие составы поезда.
И сейчас мы поставили машину, решили пройти пешком, потому что там машину ставить нельзя. Хотим подойти к самому порту, и там сейчас загружается большой корабль. Вот, я не знаю просто, ветер очень сильный, если честно, я немножко боюсь запускать дрон, потому что ветер сильный, и такое вот состояние, что вот вроде бы как бы здесь ветра нету, а вот буквально пройти чуть-чуть, будешь такой порывами идет. Тем более там много металла. У меня такое есть немножко вот, как бы вот внутреннее состояние страха. Но я понимаю, что это временно. Просто что если бы у меня дрон редко терял связь, было бы еще полбеды. А так как он теряет ее часто, то я как бы переживаю. Вот на этом вот пароме мы и будем переправляться на машинке. Вон там он машины, он уже грузится. Вон там он море виднеется. Вот так вот битые машины сюда привозят, потом грузины их делают и продают. В принципе, тоже как вариант бизнес. А потом отсюда же приезжают украинцы, скупают машины здесь и везут на пароме тоже к себе на родину. Тоже бизнес дешевле получается. Надо все это узнать, поузнавать. Тоже интересный такой вариант. Сейчас вот идем вдоль порта, и здесь есть такой рынок рыбный. Мне-то, в принципе, запах рыбы как бы особо не напрягал никогда. Но даже я зашел туда, и мне так стало уже немножко так плоховато. Зная Олю, она запах рыбы вообще на дух не переносит. Я только смотрю, оглядываюсь, а где Оля? А Оли уже и нету. Твои ощущения вообще? Ну что, я сразу зашла. Это и сразу. Я чувствую, что сейчас будет плохо. Вообще, то есть, Слюна стала выделяться, да? Да, и ком подходит, и такой вот. То есть туда лучше заходить уже подготовленными. Тут же мы вышли, и догнал нас один такой мужичок и говорит: слушайте, ну, у нас ресторанчики, заходите к нам вечерком. Я говорю: окей, хорошо, зайдем, посмотрим. Ну, если, конечно, у нас будет время, то мы зайдем. Но в целом пребывание за все время в Батуми, туда надо зайти обязательно. Если кому-то все-таки интересно, сидел я только что тут за компьютером, изнервничался, выпил не одну чашку чая, но все-таки мне DJI разрешили полетать в этой области. Да, Оля? Я не сомневалась в этом. Сколько я прошло мук, сколько прошло кучу перелопатил информации, но по итогу все, теперь у меня этого нету. То есть в зоне, где нельзя полетать, я уже подгрузил разрешение в коптер, и теперь, Оля, можешь подержать. И вот это тому доказательство, то есть, вот видите, все у меня атимоды, то есть он не может найти спутники, ready to go, да, то есть, эта квартира, она находится в зоне беспилотной, вот тут аэропорт, буквально 1.5-2 километра, и поэтому он даже и не запускался. Теперь, вот, посмотри. Все, я вот так вышел. То есть теперь он запускается, винты глушатся, но максимальная высота, что я могу полетать, я указывал в заявке, это 120 метров. Если же все-таки вам это интересно, и вы, может, тоже не знаете, как вы, не напишите в комментарии, и я сниму об этом отдельный ролик. Но я вот сделал себе разрешение до 1 декабря. То есть, потом 1 декабря я опять пробью еще дальше. То есть, в принципе, я думаю, ничего сложного. Так что все, вопрос теперь отпал с этим. И будем ждать хорошей погоды, чтобы полетать, да? Да. Представляете, вчера вообще целый день пролежал в кровати. Не мог подняться, ничего. Температура была 37,7. Меня бросало в пот. Я, уже боялся, что это, я не знаю. То есть я пока не полностью не успокоился, но все равно боялся, что это не было, это бацилла. Ну, скорее всего, что меня просто просквозило. Вот вчера купил порошков, то есть я уже выпил, вот последний остался, парацетамол. На всякий случай думал, что вообще уже будет, может, температура ночью поднимется, чтобы сбить. И градусник взял. Вот. То есть пока градусник не купил, я не знал, сколько у меня температура. Сразу же померил 37,7. Сегодня уже 36,1 утром. В принципе, уже как бы и ломки костей таких нету. Скорее всего, что, наверное, просквозило, потому что мы были и вспотели, и где-то там вот по морю прошлись, когда вот жарко было. Да, где-то видно, холодный воздух нас обдул. Тем более на улице погодка вот такая вот, если посмотреть. У нас тут дождик. И поэтому, скорее всего, еще, может быть, и ноги промочили, где-то есть. Странно. Обычно, как бы, меня такие не берут.
там сквозняки, ну что-то вот здесь вот как-то вот взяло. Ну, будем надеяться, что все будет в порядке. Не смог усидеть я дома, да и тем более надо было и в магазин идти. Я решил еще заодно сходить на почту. Я хочу с Алиэкспресса заказать себе посылку, ND-фильтр для объектива, для нового. А тут, оказывается, я узнал, что нет такого, как у нас в Беларуси, что я указываю свой домашний адрес, и мне приходит на адрес почтальон и вручает посылку. Тут надо указывать общий адрес почты и ходить на почту и забирать. Нигде адреса я почты не нашел, ни индекса, ничего. Поэтому, чтобы не рисковать, я думаю, заодно пройдусь, уточню точно какой там адрес. Да и в принципе у меня уже температура сегодня 36,4. Оказывается, это по 100% вероятности, я просто уверен, что это была обычная простуда, либо просто акклиматизация, либо я просто, может, вообще немножко подустал. Прошу обратить внимание. Приходят люди в магазин, и зонтики складывают, и никто их тут не возьмет. Я прям просто вот в шоке. Все, узнал я и адрес, и индекс. Оказывается, все это было в интернете. Просто мне надо было лишний раз убедиться, что я все правильно понял. Всем доброго утречка. Доброе. Приехали мы сейчас в аэропорт Батуми, международный. Все потому, что сегодня приезжает наш друг из Беларуси. Да, как бы он думал в этом году съездить отдохнуть, но у него не получилось. А тут как бы мы поехали, и он говорит, почему бы мне к вам в гости не приехать. Вот. И вот мы тут уже стали на парковочке. Здесь парковка это 2 лари час. Самолет у него через полчаса уже должен прийти на посадку. Ну и будем его встречать. Собаки даже в аэропорту. А кто это, блин, приехал, а? Никто. Мастерок? Да. Все, приехали мы домой. Денис уже приехал, он вообще в восторге от впечатлений, да, которые тут пока вот на первых порах. Купили здесь коньячка старого кафеца, то есть баранки, перчик, дынька, огурцы, картошка, кинзмараули взяли 3 литра, чай зеленый, томаты, ну уже шампунь, колбасу. И еще взяли лимонада. Вообще офигенный лимонад. Вот. Так что сейчас будем располагаться и немножечко, может быть, даже с дорожки можно и выпить. Сейчас пока все на Wi-Fi, пока туда-сюда. Налили тут лимонадика. Единственное, что в этой квартире нету рюмок. И по итогу мы решили, что будем пить коньяк пока с кружек. По чуть-чуть. А потом, возможно, мы прикупим еще и рюмочки. Пока из того, что есть. Не стаканами же его пить. В парке здесь центральные фонтаны, ЗАГС, прям красиво так, прям зайду, посмотрю, тут люди бракосочетаются, ну прям, блин, ну так цепляется, ну круто, конечно, вообще класс, вот я представляю, здесь много людей, камеры, и тут вот люди расписываются, новая семья появляется, нет. Реально, это прикольно, это круто. Это. Собака и не умерла. Собака. А, не, шевелится собака. Блин, валяется, как будто умерла. Паспорт у тебя? Паспорт у меня. Снимаю уже тебя. Давай, все, так. Все, сдали мы. Сдал Денис ПЦР-тест. Сегодня, завтра будут результаты. Взяли вот кукурузу на пляже. Женщина продает 3 лария штука и соль в таком вот пакетике. Так, значит, напоминает мне из кино, как там продают этот опиум. В принципе, я думал, что кукуруза будет такая невкусная, потому что она белая. Я привык, что белая, она недозревшая. На самом деле вкусная кукуруза, да? Это вкусная кукуруза. Мне всегда было интересно,
Что вот на том пирсе столько людей делает? На самом деле здесь все просто. Просто ребята ловят рыбу, поэтому столько людей. В принципе, я посмотрел, тут таких, что больших они не ловят, но таких вот мелких попадаются с ладошку. Не знаю, как они там называются правильно, эта рыба, но интересно, что, скорее всего, даже ее можно и пожарить. Там есть и маленькая такая для котов, ну, а есть такие, что, в принципе, можно и приготовить. Мне кажется, это такой своеобразный у них кайф, они просто собираются там не столько половить рыбу, сколько пообщаться. Ну, в принципе, как и все рыбаки, и у нас дома тоже так же. И не столько сам улов важен, сколько само общение, само присутствие и сами виды эти вот. Как водичка? Все, у меня нету сил. Сейчас я вот загружаю видос на YouTube, и что у меня получается? Вот скорость интернета, товарищи. 3,5-2 мегабита в секунду, 1. Это еще нормальная скорость. Блин, было и 500 килобит в секунду, и 300 килобит в секунду. Я так вот сидел, 200, 100 килобит в секунду. Вот это вот скорость интернета. Блин, вот это вот, конечно, жесть. Мы тут, конечно, попали. Не знаю, как мы будем работать, уже как бы недельку работаем, но это, конечно, трэш. Check the mic and make sure it sound right, boys. Только что поставили здесь машинку, ехали и просто не могли не остановиться, потому что обратите внимание, какой пейзаж. Вон там он, Батуми. И вот оно море, и вот здесь вот отсюда вот вообще просто офигенный вид. Кажется, мы под углом стоим. Ну, кажется, что мы под углом, как будто море. Вот сейчас уп и туда. Не, ну это, конечно, вообще супер. Смотрите, какая красота. Это ладно. Я просто когда ехал, у меня уже челюсть отвисла. Я залип немножечко, да. Машинку там дальше поставил. А еще здесь грузин. У ребят, которые тут, наверное, живут, кладбище. Вот оно, кладбище с таким вот видом на море. Нет, ну это просто офигеть. Я по-другому слову не могу найти. Обратите внимание. Это просто бомбический вид прямо вот на море. Что, бамбук серьезно настоящий? Но. Ну, завтра мы просыпаемся. По крайней мере, не рано, но высыпаемся, там часов 10-11 и... Поедем в Бесшуме. По дороге мы заедем на всякие такие места классные, там зеленое озеро, и будем смотреть, наслаждаться. То есть не спеша, никуда не спешите. Самое главное, просто останавливаться и кайфовать на 5, на 10, на 15 минут. Сегодня тоже как бы было классно, да, много чего увидели, много чего посмотрели. Закат вообще бомбический просто был. Это, блин, мы когда ехали, я такого заката видел, вот вообще такие закаты два раза в Батуми, в которых вот просто вот смотришь, телефон не передает всю картинку, было снято на телефон, но тем не менее, это был просто какой-то закат такой, просто вообще пламенный, огненный, вообще классный, нам понравилось. Вот, ну а завтра уже будет завтра. Так что, друзья, не забудьте подписаться на канал. Напишите комментарий, что вы думаете вообще по этому поводу, и свои впечатления поделитесь, как вы отдыхали. Ну и всем пока!